Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня начался активный бодрячок. Смотрим, что у нас на выходных. Сегодня суббота. По акциях. Охотник за богатством. Это донатная, по-моему, акция. Да. Ой, здесь есть возможность словить сразу же трех. Мага, фанатика. Сокровищница. Вот сокровищница на русском сервере, не знаю, мне больше всего сейчас заходит. Реально офигенная просто. Есть возможность ловить фена. Настолочка, ничего себе. Настолочка с оккультистом. Мы получили книги, это нормально. И все, больше ничего нету. Как-то печальненько. Наверное, здесь что-то интересное должно быть. Половинка за 100. Так, фанатика дают так возможность собрать. Такими паками. О, за один самоцвет. Я же говорил, что что-то будет. Прям мега вау. Накопление, ну, как обычно на русском сервере. Ладно, поехали дальше. Меня интересует английский и немецкий сервер больше. Надо будет сегодня начать качать силу. Так, что там у меня окошко сильно большое в этом LD-плеере. Так, сделаем. Что-то прыгает туда-сюда. А, такс. Коллекционер. О, нифига себе. Вот это, ребят, я понимаю, коллекционер. 10 камней и 100 книг. Давайте просто попробуем. Мне просто интересно. За значки почета поехали. Вот сразу же, причем, смотрите, с двух тычек мы затащили. Блин, это реально крутой коллекционер. Но вот эти вот плюхи, считайте, нам еще ангела осталось получить. Реально крутой Коля. Алхимик. Инженер. Может уже вот ангел есть. Но потратили мы там 50 попыток. И забрали, посмотрите, какие плюхи. На халяву реально. Просто тупо на халяву. Я считаю, это однозначно плюс. В общем, английский плюс. Что по дискаунту у нас? Минус 50%. Ну, по дискаунту тут такое. 30 сменок. О, продают опять. Ярость небес. По-моему, ярость небес, если я не ошибаюсь. Так, остров, фортуна. Фортун Хантер то же самое. 1+1, апдейт, трежер майнинг. Стоп. А на русском трежер майнинг был или нет? Нет, там не было, по-моему, сундуков. Ну, везде есть, кроме русского сервера. Я еще раз на русский забегу быстренько. Да не, мы бы увидели, наверное, сундуки. Такое мы бы не пропустили точно. Но здесь есть трэш майнинг. Сейчас посмотрим, поменяли награды или нет. Давненько уже, сколько уже, наверное, месяца, может и больше. Интересно, поменялось что-то или нет. Пятая карта. Не, все то же самое, ничего не поменяли. Так, настолка тоже есть. Что-то подвисает английский сервер акции. Вроде все спят. Должны, по крайней мере. Видите, подгружается долго акции. Не знаю, с чем это связано. На русском вроде и то быстрее.
тут подвисает. Ну, тут такое же самое. Так, есть огни большого замка. Вот так вот. Огни тоже есть. Это однозначно плюс. Дофигище, смотрите, а на русском сервере что-то огни не включили. Может, завтра включат. Сейчас посмотрим, какие плюхи. Это тоже классная акция. Ну давай, грузись. Для этого. Почему нельзя оптимизировать, как в других играх? Нажал и сразу вылезло. Ну понятно, это мобилка, но все же. Полчаса сидишь, ждешь. Давайте посмотрим, что есть. Accumulation, Plan for Prizes. Ну, остальное все фигня. Смотрим, ловим, ловим, пробуем. И сейчас еще на немку забежим. Ну, в общем, на английском коллекционер топчик. А мы еще рынок здесь не глянули. Сейчас еще рынок глянем. Что у нас по рынку интересного есть. Когда-то вчера или позавчера Рома опять скидывал. Огник и зефир. Без проблем собрались. Реально, 2-3 дня можно подбить акции и собрать их на халяву. Ну, давай. Ну, что такое? Уже как она долго думает. Просто писец какой-то. Короче, акции нас не ждали с утра. Да, вот такие вот дела, ребят. Так, ладно, еще одна попытка. Не заходит, идем дальше. Он просто тупо не грузит. Я не знаю, с чем это связано. Остальные все вроде нормально загружают акции. Только это. О, наконец-таки раздуплилось. А за донат четвертая карта. Ну, в принципе, плюхи довольно-таки неплохие. Я считаю. Ну, за донат понятно. Вы сами все видите. Там побольше плюх будет. Если задонить, там откроется вот это все. И можно будет забрать. Я считаю, довольно-таки неплохие плюхи. Это можно все вместе совмещать. Кто хочет с донатом, кто хочет так забирать. Что-то подвисает. А, так, смотрим, что у нас тут интересного. Accumulation pack смотрим. Сундуки, камешки, лисица. 100 осколков. Скины, 200 пыльцы, вот такое, чтобы прям мега вау. Ну, в принципе, здесь 75к довольно-таки неплохо. Так, альфа-самец, упака, я вчера пыльцу еще потратил, была, пару осколков вытащил. Фанатик, вот такое, не знаю, ничего интересного нет. Прям мега волну, коллекционер на высоте. Поехали, еще немочку чекнем. Я надеюсь, она так тормозить не будет. Такс. Тут вроде ничего вообще не поменялось. Нету никаких новых акций. Не светится нифига. Значит, после 11 что-то добавят. Должны. Как обычно, мы получаем осколочки на халяву. Изи просто. Вот чем мне немка нравится. Изи фарм. И надо будет уже делать обмен. Осталось, по сути, 2 дня. Надо будет сделать... обмены все, сколько у меня итемов, 96, практически 100 итемов есть. Этим я тоже займусь, думаю, сегодня. Постараюсь по максимуму забрать и повытаскивать отсюда кайфовые темы. Найма у нас, по-моему, нет еще. Да, найма нет, может после 11 откроется, либо завтра. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.